Вопрос, как будем расходиться? Без драмы, без ничего, представим, что у нас вот такой бизнес. Мы сейчас на разных стадиях его рассмотрим. Он там через год, через три и через десять. Я в партнерстве допустил на показ, в случае там вот одну ошибку, когда я с человеком не договорился, как будем расходиться. Это очень и важно. Это очень больно. Знаешь, какой самый частый ответ на этот вопрос у меня на сессиях? Они такие, никак. Второй по популярности. Это цивилизованно. И они говорят, Дмитрий, это негатив, мы не хотим привлекать негатив. Я говорю, вы знаете, 100 миллионов человек в России в год, по вашему мнению, привлекают негатив. Знаете как? Он говорит, нет. Я говорю, перед взлетом им показывают, где эвакуационный выход, как будет маска раскрываться. Никто же при этом не падает. Но люди, которым страшно летать, они такие, так, мой эвакуационный выход, два ряда прямо и вот налево. Им становится от этого спокойнее. Нам нужно понять и отработать то, как будет что-то заканчиваться. И в этом смысле это дает спокойствие по поводу какого-то негативного сценария.